вопрос о талантах в прямом смысле. Я так понимаю, что все таланты, что мне дал, дал нам Господь, мы должны использовать в Его благо. Вот я могу писать книги, пока достаточно простые по сюжету, развлекательные. Разумеется, где-то кладу достаточно смысла и морали. Мне это нравится и пока необходимо, но я не понимаю, как использовать этот талант во благо Господа. Писать статьи на православных сайтах на заказ совершенно не умею. А вписывать в сюжеты своих текстов Бога мне страшно. Не знаю, правильно ли это или нет. Подскажите что-нибудь дельное, пожалуйста. Вот, вот Льюис, вот Толкин. Вот они, это христианские, по сути дела, писатели. Особо сильно там они про Бога ничего такого не писали. Нету там каких-то проповедей, ничего этого нету. Ну вот «Хроники Нарнии», например, Льюиса. Это сказки детские, но они настолько христианские, настолько они пропитаны христианским правильным содержанием, что ну вот они прям. Так что Ганс Христиан Андерсен тоже сказочник, но у него там в сказках, если их читать не в советской обработке, а в подлиннике, да, они пропитаны христианским смыслом, с христианским содержанием, в какие-то формы, как-то так вот они облечены. Это христианские сказки, хорошие очень. Вот. Так что по-разному можно о Боге писать, подумайте на этот счет.